Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки Ниндзя Легенды. Так, сегодня понедельник, но еще откат не произошел. И к тому же у меня еще одна серия, которую надо выпустить. Она была снята, сколько, 3 дня назад? Я не мог, потому что, ребят, работал. Ладно, и сейчас мы с тобой забираем награды перед бустом. Буст у нас будет во сколько? Давай посмотрим по времени. По времени говорю. Так, через 3 часа. Это получается, если у меня сейчас 2 часа. Я не знаю, почему в 5 часов? Раньше всегда в 3, в 4 было. Сейчас в 5 часов они собираются открывать нам. Ладно, ладно, ребят. Тогда я еще успею здесь немножечко побродить. Так ведь? Так ведь. То есть мы успеем даже выполнить задание. Немножечко подняться в ранге. Шикардос. Что я могу сказать тебе? И да-да-да, и пофармить немножечко монет. Но я думаю, не надо никому объяснять, зачем нам монеты, ребят. После того, как мы открыли с вами кроликов, мы будем открывать новых персонажей. Ну, как новых персонажей? Они у нас открыты, просто их улучшать, да прокачивать, так скажем. Кстати, у нас очень мало, ребята, телепортов. Я как бы раздухарился здесь, не на шутку. А на самом деле, пора бы усмирить мой пыл. Потому что у нас остается всего лишь уже 47... 45, сейчас 43. Сколько там у нас? Пока пицца не кончится, да? Точнее, не пицца, а сыр. Так. Окей. Ой, ребята, 29. И последний. 27 телепортов. 1014, а нам нужно 1050, чтобы, по-моему, прикупить ту самую энергию. Так, нужно... Да, не хватает. Не хватает именно баксов. Ладно, ничего страшного. Черепашью бурю мы с тобой прошли. Кстати, она как раз в том видосике, который будет выложен. Так, а вот здесь вот стоит ли нам? По идее, да, ребят. Ну, сыра нету. Стоит, но сыра нету. Лопухнулся, ладно. Ну что, я пошел, короче, на турнирку, друзья. Лига самураев 3 звезды, сам видишь, прекрасно все. Ну давай хотя бы, я не знаю. А, вы... все, уже башка не варит, ребят. Правильно, сегодня 2 часа или 3 часа играл в этот, в солдатов. Столько парился, блин, такой нудный уровень с этой канализацией, но что поделаешь. Что поделаешь, ребят. Поехали. Слушай, а я не погорячился ли? Взял-то новобранцев против них. Так, это чтобы муха не использовала хил. А этот иммунитет вешает. Поздно, поздно, парень. Иммунитет. Да-да-да-да-да, конечно, ага. Обделался, да? Хе-хе-хе. Захотел он хильнуть их всех. Нате, ух ты, выжил еще, посмотри на него. Видел, что муха собиралась хильнуть, но, слава богу, у нас, как говорится, Леонардо сделал блокировку на хил. Так что все отлично. Так, ну что, 67-я позиция, давай-ка двигаться дальше и... Ту-ту-ту-ту-ту. Давай, о, 15-19, отлично. Так, ну я смотрю, у него уже пошли платежки. А мы с тобой возьмем и сделаем хитро. Я возьму паукуса. Семидесятника. Ну, понятное дело, что он сразу не валит, но он нанесет существенно дамага нашим противникам. Нам надо будет только допинать их. Допинать — это я, конечно, громко сказал. Допинать. Тут полноценная битва будет сейчас. Так, минус кабан. Давай, наверное, вот эту вот массовую зарядим. Да ладно, Бибоп, как ты выжил? Еще хильнуться решил. Не, ну, в принципе, ладно. Пускай хиляется, это, естественно, ему не поможет. Ты посмотри, какой, а. Бомбим, 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 бомбим. А ему хоть бы что. Ну, куда мы там? 53-я позиция. 15-19. Ну что, я, наверное, тогда буду по-крупному играть, ребята. Берем с тобой кожеголового. Раз, два, три, четыре. Погнали. Сейчас кожеголову сделает кигельбан им. По лжбану он дает всем. Да ведь? Поехали.
Вот и все, коротко и ясно. С одной вертушки всех завалили. Зэка я здесь брать не хочу. Не, если его взять, можно, в принципе, с кем-нибудь в паре. Но одного нерезонно. Так, ну что, 15-19. Возьму, наверное, Макмана. Да Макмана здесь одного хватит. Он торнадо свое мусорное сделает. Ну и все упадут. Надеюсь на это. Вот и все, я тебе о чем говорил. Мусорная торнадо рулит. Ну, опять же, уровень, ребят, конечно же. 29-я позиция. Нет, давай же 15-19. Было, вот, было, есть и будет. Берем Стокмана. Раз, два, три, четыре. Ну, Стокман сейчас сделает свою смертельную волну с, естественно, с постепенным уроном, я надеюсь. Если он понадобится, конечно же. Поехали. Да, он понадобится. Или нет? Ну, если бы Алапекс не смогла бы сейчас добить, то, соответственно, от постепенного урона он бы погиб бы в любом случае. Так что это, как говорится, стопроцентная была победа. 17 место. Берем 15-19. Ваньку. Возьмем Ванюшу и... Раз, два, три, четыре. Ну, Ванька сейчас за свою базуку возьмется. Один выстрел. И пять... готовых персонажей. Тихо, тихо, тихо. Чуть было на гранату не нажал. Вот и все. Я говорю, сегодня быстренько с тобой сделаем этот, как говорится, эту серию. Блин. Да сюг, я, ребят, давно так не играл. Честно скажу. Чтобы мы с тобой... за радость было дойти до сёгунов. То мы с тобой за Лигу Мастеров деремся до последнего, а тут за Лигу Сёгунов. Да, эти больничные меня вообще выбили из колеи. Да тут, по большому счету, не больничные, ребята, выбили из колеи, а тот самый бан, который мне повесили за черепашек. Без оснований причем. Потому что я сразу же отвык от канала, начал на втором канале как бы зависать и не могу теперь отвиснуть от него. Раз, два, три, четыре. Проходим в основном игры сейчас там. Так, ну что, Донателло, ты сможешь вырубить хоть кого-нибудь? Серьезно, хоть кого-нибудь, он просто всех, всех ушатал, красавчик. Интересно, мы сможем добраться до Лиги Сёгунов, например, две звездочки? Было бы неплохо, на самом деле, сам понимаешь, бонус шикарный, плюс монеты. Ага. Так, а он уже, кстати, уже добирается, ребята, до... полтинчиков. Уже, по-моему, добрался. Так оно и есть. Так, Майки ушатал Кирби. Зэк бросает бомбочку. Ну, давай так сделаем. Фиг с ним. Через провокацию. Хотя, думаю, тут и провокация-то не понадобится. Мондагека добил, так скажем, их всех. Окей. 79-е было, становится 67-й. Да, очень медленное продвижение, на самом деле. Очень медленное. Сверхмедленное, я бы сказал бы даже. Раз, два, три, четыре. Но, тем не менее. У нас сейчас, когда в 5 часов там, получается, будет откат. Опять же, бустанемся, да? Я надеюсь, нормальный у нас буст произойдет. Потому что давно мы с тобой, как говорится, в понедельник не бустились. А сегодня, слава богу, коротенький входной у меня. Поэтому мы можем себе позволить это. А завтра опять в ночь, ребята. Опять в ночь работать. Ночные смены уже поперек горла стоят. Раз, два, три, четыре. Ох, погнали. Так, ну что, тут понятное дело. Супер Шреддер делает свою смертоносную, так сказать, шипастую дугу. Они все падают. Кролики. Надо будет их потом, ребят, прокачивать. Так, 44-я позиция. Так и стоит 15-19. Почему-то никакого продвижения у нас нету. Очень интересно. 15-19.
Ну сколько мы уже с тобой боев сделали? Все 15-19. Давай с этого случая всех бомбанем сразу же, нахрапом. Вот и все. Идеальная победа. Так, не знаю, ребят, сегодня в планах у меня Tower Conquest снять серийку одну. И Дракон и Всадники Олуха. Все эти прозевакал я. Все события с этой работой. Не получилось у меня, короче, поучаствовать нормально. Так, ну что, Усаги, давай руби в капусту. Что еще делать? Так, а этот охламон еще остался. Ну, допустим. Сёгун 2 звезды, скорее всего, будет, ребята. Скорее всего, будет. Да что такое 15-19 и все? Ты прикинь, уже очень долгое время. Так, ну что, возьмем слыша. Так, так, так. А хотя тут уже 70 уровень, можно, в принципе, взять всех подряд. Поехали, торнадо. Что-то как-то... У нас у слыша прокачан же этот удар, а почему такой слабенький дамаг-то? Я думаю, что он будет намного лучше бомбить. Что-то вообще как-то не алё. Вообще не алё, ребят. Так, раз, два. Три, четыре, пять. Блин, крысиный король. Карайка, блин, они все зависли у нас на 70 уровне. Уже давным-давно висят. Когда до них очередь дойдет, не знаю. Потому что мы потом кроликов будем прокачивать. Да. Шикарно. Джастин выпендрился такой своими щупальцами, вылетел. Отлично, хорошо. Хорошо получилось. Ну, наконец-то, Сёгун 2 звезды, ребят. Можно сказать, не такие уж и нубы уже в данный момент. Раз, два, три, четыре, пять. Чё, Шархан у нас получается не в удел. То есть мы им отыграть не успеем, к сожалению. Да, не особо-то он и расстроится, поверишь мне. Давай-ка я, наверное, Донни здесь ушатаю. Хила этого несчастного. Так. И... Поехали. На-ка, выкуси. Пробивной. Как говорится, по коленной чашечке с ноги получил. Есть контакт. Ну что, ребята, в принципе, с ареной закончено. У нас еще ежедневки, да, остаются. Так, 83-я позиция. Точно у нас персонажа больше нет, а то, знаешь. Ну, только Шархан. Тогда погнали с тобой проходить здесь. Не, Рафаэль, подожди. Майки тоже подождет чуть-чуть. Так, Острозуб. Один из подписчиков спрашивал: Рэй, а кто сильнее, Рахзар или Острозуб? Но судя по тому, что я видел, и у меня хоть Острозуб не прокачан полностью, у меня прокачан Рахзар, мне почему-то кажется, что Острозуб будет сильнее и, наверное, все-таки нужнее, чем Рахзар. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, заблуждаюсь. Но вот такое у меня почему-то сложилось впечатление. Так, ну что, сразиться в боях, погнали. Сражаться в боях, это у нас прокачка идет, опять же, ребята, нашего слэша. Во-первых, мы ему поднимаем уровень. Это раз. И, да, ребята, шестой уровень, блин, все равно он как-то слабо бьет, очень слабо. Так, дай-ка мне геймпад. Фигушки он тебе даст. Не, выдал, выдал, ребята. Так, геймпад я получил. Теперь нужно 8 катушек с пленкой. Так, 2 катушки. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Так, 8 катушек с пленкой и 10 номеров. Ну, я все не буду уже, ребят. 3 номера получили и забираем наши награды. Прикинь, ни одного бакса не хватило, ё-моё. Одного несчастного бакса нам не хватило. Так, я хотел посмотреть по предметам. По жетонам, ребят, кого будем прокачивать дальше? Пита или Роквелла? Напиши мне об этом в комментариях. Или Рокстеди. Мне кажется, Пита проще всего докачать, потому что тут нужно всего 530 осколков жетонов. А уже потом браться за либо Пита, точнее Роквелла, или Рокстеди. В общем, пиши в комментах. Мне интересно просто знать твое мнение. Так, ну что, ребята, по-моему, все. Да, будем закругляться, будем ждать уже отката. Так что сегодня мы еще увидимся. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.